вечера мне начинает мучить тоска, я начинаю тебя не любить. Я от тебя бегу в это время. История человека, который попытался обрести новую любовь и счастье. Пожалуй, так можно сказать о пьесе Чехова «Иванов». Долгожданная премьера состоялась в Волковском театре. В главной роли народный артист России Валерий Кириллов. Ранее сложный образ Иванова создавали на сцене Евгений Леонов, Иннокентий Смоктуновский и Виталий Соломин. Ярославский Иванов отличается еще и тем, что всю тонкость мучительных внутренних переживаний персонажа удачно дополняют спецэффекты. Я любила тебя, я любила тебя, я любила тебя. Роль тяжелобольной жены Иванова исполняет актриса Александра Челенгири. Анна Петровна, урожденная Сара Абрамсон, по сюжету умирает от чахотки. Ее муж Николай Алексеевич, оказавшись в сложной ситуации, связанной еще с отсутствием денег, спасается от тоски в имении Лебедевых. Туда Иванов спешит каждый вечер, увлеченный дочерью главы семейства Сашенькой. Ее играет актриса Ирина Наумкина. Мне с ней роднит только одно, мы обе упрямые. А так она просто отчаянная и... История очень любопытная получается. Не знаю, там, как уж это на суд зрителей, но для меня это очень интересная история. Из-за своего упрямства, из-за своей какой-то отчаянности, из-за своего какого-то безбашенного характера, она не очень понимает вообще, куда она себя загоняет. Перед премьерой актеры репетировали до поздней ночи. Каждая сцена отрабатывалась до мелочей. Накануне Валерию Кириллову исполнилось 50 лет. Юбилей отметили в перерыве между репетициями. А после дружеского капустника актер снова поспешил на сцену дорабатывать Иванова. Наверное, это самое прекрасное время, когда замешано все, когда замешаны праздники и очень напряженная работа. В этом, собственно говоря, наверное, есть смысл театра, смысл искусства, когда из праздника можно очень органично перетекать в очень повседневную, очень какую-то рутинную работу, прогон, постановка света, уточнение реплик, уточнение мизансцен. К концу года «Первый русский» богат на события. У входа в театр появились светодиодные экраны. Современная альтернатива бумажным афишам.